22 августа Северский район отмечает День флага России. Торжественное мероприятие провели на стадионе «Олимп» в станице Северской. С важной для граждан страны датой поздравил собравшихся глава района Андрей Дорошевский. Это символ свободы и независимости нашей страны. Это гордость. Этот флаг российский триколор. Мы его поднимаем в торжественные мероприятия. Мы его приспускаем, когда у нас горе, трагедия. Этот флаг с нами по жизни всегда. Этот флаг означает независимость и свободу, верность своей родине. Там, где развивается этот флаг, живет великий, могучий народ, российский народ, многонациональный народ. Триколор действительно объединяет представителей разных национальностей, которые называют себя россиянами. Все мы едины в стремлении жить в сильной и процветающей стране. День главного символа державы отметили сегодня и представители молодежи района. Тематические мероприятия прошли в парке имени Пушкина, аллеи которого украсили российским триколором.